Что за... Подожди, игрок ни за что забанил. Как закрыли тему? Эдуард, ты сейчас видишь Но подтверждение я же тому? тебе же сказали, подожди, надо нам разобраться с этим. Ну За запиши этого где-то в человека блокнот, конкретно запиши где-то в мы... блокнот. Рич, там Это не разобраться. переживай, мы не забудем. Хорошо. Дальше давай. Север, да? Да, Вова. да, 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 да. Давай, говори конкретные факты, я тебе буду. Не, я вот сейчас спрашиваю, за сколько, что ты им продал и так далее. Ну, ты говоришь по поводу подставных конкурсов. Ну, как минимум. Ну вот я нашел в беседе клана вот эту тему. Это я не стал в группу выкладывать, это было у нас в беседе. Посмотри дату тоже, это все переслано, это не, блядь, скриншот. А полное видео есть? Не У меня вот это обрезанное видео с... есть. Нет. В чем обрезка? Я же начинаю. Есть основания полагать. Не, Опять же, это твое если бы... предположение. Нет, это уже не только мое предположение. Учитывая, чем ты занимался, относительно тебя веры уже нету, понимаешь? И видос, который начинается с того, что ты запустил конкурс, вот прямо вот открыто уже приложение то запустил, ты мог ровно так же нажать Ctrl F5 и реролить этот конкурс до тех пор, пока тебя не удовлетворит результат. Понимаешь? Но это ж Если бы как ты это было выразился. бы полное видео, там, как ты открываешь еще что-то, там, фрапс личный и все тому подобное, это уже был бы другой разговор. Тогда Поводу претензий бы севера, не как, было. какие тебя интересуют моменты? Я тебе говорю, вот конкурс. Я тебя Я приложил спрашиваю с видео. самого начала, кому что ты продал, чтобы не тратить наше время. Севера я ничего не продавал. Вот прям точно. Да. Конкурсов поддельных не было. Конкурс вот я тебе приложил. Я говорю про полное видео этого самого конкурса. Это все, что у меня есть. Я нашел это. Какой 23-й год вообще? 23-й год, 4 марта. Все, что я нашел сейчас в переписках. У Севера, я так полагаю, он еще и переписки пересылал, поэтому ты знаешь, за какие номера я спрашиваю. Ладно. Я тебя опять возвращаюсь к тому вопросу, который был. Есть у Севера этот номер? Это информация Макса? Проверяйте его сейчас. Что, по твоему мнению, Азы продал Северу? А6 и 5, также М5-98. Но если как Шатун сказал, то У7-99. Насчет конкурсов. Ну, раскрывай тему про конкурсы. Что было, кто кому фрапсы показывал и так далее. Да кому это к вопросу? Да Ко это мне? тебе, к тебе, А, да. тебе. Я у тебя спрашиваю просто, что ты видел. Рассказывай просто все, что знаешь. Но про конкурс получается то, что там, если смотреть на тот фрапс, который Эмиль ты мне показывал, то выиграл по сути я. Фрапс. Вот этот розыгрыш в этом, как его? Ну, вот этот рандомайзер или где-то там. Ну, на что ты Сделал определил? на М5-98. Потом ты показывал вот этот фрапс полностью. Ты крутил, пока не выпадет север. По идее. И выпал север. Я еще тогда сразу понял, что какая-то очень жесткая хуйня, что Я тебе тип... показывал. Я тебе стримил, как я крутил эту хуйню. Нет, ты мне именно фрапс показывал. После выигрыша мы ходили вечером в Дискорд, потому что мы же там всем кланом ссорились. Ты, если найдешь переписки, ты поймешь, мы же пошли потом все в Дискорд, а потом ты мне один на один показывал этот фрапс. Я такого не помню. Вот, мы тогда срались всем кланом, что-то нечестно, что-то то, это. Там даже в Да, по-моему, кроме переписке... тебя никто не выступал. Не-не-не, там ты написал, можешь зайти в переписку поискать вот то число, там будет написано, что нужно, ну, типа, ты написал, зайдем в ДС клана, все решим, обсудим, там мы срались что-то, я, Север, еще кто-то, точно.
Потому что мы точно не вдвоем тогда срались. Мы срались тогда троем или четвером. По-моему, ты Вот. один выступал, что это подставил. Ну, все равно в любом случае, странно в том, то, что я уже как и говорил, что Север ты в клан изначально не хотел брать. Мы его взяли общим голосованием. Он же Блядь, каким просился. Голосованием? Голосованием. Блядь, ты если решил, типа, блядь, ебать такой за правосудие, сливать хотя бы говорить то, что было. Какое нахуй голосование? А что не так? Ты его блядь. не хотел брать. Он новичок, я его он не всем хотел брать. подсасывался, да. Он никого не подсасывался. Он, блядь, хотел пиздец в нашем клане быть. И мы под Он. Новый год в Дискорде, я сказал, я возьму этого пацана, но это будет сюрпризом. Мы в Дискорде. Ты был тогда? Не знаю, нет. Когда я его... В момент, когда я его добавил, ты был? В Дискорде. Я не знаю, я не помню мы точно. на Красном Это кольце было бы два дрифтили. года назад. На Красном кольце все дрифтили. Да я не вспомню, Он без даже если клана, был. просто с красным ником. Я его добавляю в моменте, он пишет, охуеть, пацан, спасибо, типа. Ну какое нахуй голосование на Севера, блядь? Покажи мне это. Но у меня уже переписки все кланово очистились, потому что я красавец, вышел. Нахуй ты говоришь, какое нахуй голосование на север? Ну просто я помню, что Бля, у точно этому пацану. все Подожди. хотели. Эдуард, и что, вы вот всем этим самым на это, что ли, на это оперируете? Голосование. Где голосование-то, блядь? А нам-то зачем эта вообще информация? Пиздец, блядь. Это может быть не голосованием, просто я Блядь, у помню 7, точно, подожди, что у все 7.99 хотели. я продал Северу. Найди, блядь, время, когда Север владел этим номером. Найди, с какого года они Это брали. вопросы к Шатуну, он мне просто сказал, Ну это в это говорю, Дискорде. сам не проверил-то, блядь. Ты слышал и сказал это А админу? что, а как я это должен проверить? У меня нет доступа, чтобы я это проверял все Ну я тебе говорю, по это серверу. пиздёж. Админы проверьте, все пиздёж. Понимаешь? И вот, походу, вся твоя цепочка на это выстроена, блядь. Ты говоришь то, что услышал у кого-то, ты же не Так, видел я это, блядь. кое-что открыл, короче, вот это вот конкурсы, ну, который вот этот вот видос был. Вот. По адресу на этот конкурс, блядь, связанные ссылки на победителей, выбранных в данном розыгрыше, то есть относительно того поста и того конкурса, почему-то вылазит, блядь, около 30 нахуй попыток. Почему так? Ну правильно, потому что как он вот и говорит о том, что он крутил до тех пор, пока Север не выпадет. Эмиль, что ты на это скажешь? 44, типа. Так, мне теперь интересно глянуть на этот конкурс. Так. Эмиль. Да. Ты же говоришь, что ты не делал этого. Вот 44 попытки крутить колесо это. Зачем это делается в конкурсе? Если у вас столько людей, даже в плане нет. Покажи мне, где 44-то. Ну вон, блядь. Воу, скинь ему это ВКонтакте. Сейчас. Девятнадцать комментариев. Вот, я за этот момент спрашиваю. Сейчас. То есть я сейчас даже ради интереса хотя. Еще я пока отойду покурить. Нет, эти ссылки не рандомные, кстати. Эти ссылки реальные. Я вот сейчас проверил. Эти ссылки реальные. То есть это каждый отдельный раз реролл на определенном конкурсе. Эмиль, почему так? Объясняй. Да, они, да, это реально реролы, блядь. Это каждый отдельный рерол на один пост, блядь. 44 раза ты реролил.
Я бы, конечно, вспомнил ту смешную фразу из Detroit Become Human, блядь. 38 ударов ножом, ты действовал наверняка. Вот здесь ты 44 раз зареролил конкурс, ты действовал наверняка. Почему так? Объясни. Ну, этот номер продал я ему, да. То есть ты продал? То есть ты сейчас признался? То есть тебя только что вскрыли, а ты говоришь, что у нас нет ни информации, ни представления о том, как это происходило. Вот сейчас ты выдал вот это вот, я не знаю, на одном децибеле, блядь, фразу о том, что ты продал номер. До этого ты из себя героя строил, блядь. Я тебя только что вскрыл простым движением. Действием даже, блядь, это что такое, блядь? Тебе по-нормально, по-мужски просили, ну скажи ты кому, что ты продал. Я вообще банить никого не хочу. Все